спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, безусловно, проведение конференции, причем надо сказать, что масштабной конференции, в трех местах она проходит, будет проходить сегодня. И символично то, что эта конференция проходит в период, когда наш народ отмечает 80-летие битвы под Москвой. Героической битвы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По масштабности она была грандиозная. Одно то, что 7 миллионов личного состава с обоих сторон участвовало в этой битве, о многом говорит. И, наверное, по масштабности такой битвы больше в течение Великой Отечественной войны не было. Было и Берлинское сражение, была и Сталинградская битва, и Курское сражение, но по масштабности это сражение было эффективной. И, наверное, правильно делают организаторы этой конференции, что ее посвящают 80-летию начала битвы под Москвой. И мы, совет, городской совет ветеранов, сердечно благодарим Елену Владиславовну за ту энергию, за тот энтузиазм, с которой она готовила эту конференцию. И вот предыдущее ее выступление о многом говорит. Я думаю, что, наверное, правильно будет сказать ей спасибо и на этом поприще продолжать эту работу, прославлять наших полководцев победы.